Вот. Ну и, вот и песня, рассказ технолога Петухова о его встрече с делегатом форума стран Азии и Африки, которая проходила в кафе «Снежинка» при искусственном освещении. Сижу я, братцы, как-то с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области по лету. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют туристы, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области по лету. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще ты кто таков? Вот я, говорит, наследник африканский, а я, говорю, технолог Петухов. Вот я, говорю, и делаю ракеты, извини, перекрываю Енисей, а также в области по лету. Я впереди, говорю, планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит он, лучшим чувством, открой, говорит мне, главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век, говорю, сильнее 100 ракет. И все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области по лету. Мы впереди, говорю, планеты всей, мы впереди планеты.